И еще об одной акции. В областной столице идет подготовка к митингу в поддержку зимних Олимпийских игр. Он пройдет на Цветном бульваре в эту субботу. Поддержать сборную России приедут представители разных видов спорта, а также призеры и чемпионы прошлых Олимпиад. Прежде всего, этот митинг проводится с целью выражения поддержки тем спортсменам, которые, на наш взгляд, несправедливо были отстранены от участия в Олимпийских играх. И, конечно же, выражение поддержки тем спортсменам, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх, хоть и в таком, скажем так, ограниченном составе, во-первых, и в таких жесточайших условиях. На Цветном бульваре выступят творческие коллективы. Можно будет купить сувениры со спортивной символикой, угоститься бесплатной кашей, а на викторине выиграть призы и билет на этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в марте в «Жемчужине Сибири».